Так, ну вот мы сегодня встали в глобусе. Сейчас нам еще принесут бумажечки вот такие. И объявление делают. Каждый час они делают объявление о том, что идет сбор для приюта. Вот Инна наша активно трудится, раздает листовочки. Вот, девчонки наши работают. Уже вот, раздают листовки. Инна на той стороне стоит, раздает. Люди идут, интересуются. Снимаю, снимаю. Вкусняшки для собачек. Целый пакет вкусняшек. Вау! Ну, спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо большое. Моя группа поддержки дежурная приехала, привезла кучу корма. Мы уже погрузили, это остатки. Она грузила, а я бегала за лекарствами. Спасибо большое работникам группы Синара за помощь приюту. Передали корм. Вот столько мы привезли подарков. Машенька поучаствовала, Ирина наша активная помощница. Как это забыла? И Ирина еще одна. В общем, всем большое спасибо, друзья. Корм для кошек хороший. Вот 4 пакета. Корм для собачек, как вы видите. Для котят, для щенков много. Вот для щенков. Все, здесь еще где-то
коробка с консервами. Есть. Ну, в общем, вот Маша еще достала. Ой, здесь еще вот. Ну, а также катетеры есть, перчатки, дезинфицирующие средства. Так, медицинские препараты. 57 вакцин. Вот такие. И вот такие. Левомиколь. 25. Примерзло немного. Так, это катетеры и 100 цитриаксон. Друзья, к нам приехала помощь. Мария? Марина. Мариночка, очень рада. Вы откуда у нас? Из Москвы. Вы привезли нам помощь? Да, конечно. От ваших друзей, ну, правильно? Да, много людей отозвалось. Ой, не могу я. Мальчики, разгружаем. Смотрите, здорово. Огромное спасибо, девчонки. Сейчас все открываем. Мальчики, открывайте с другой стороны. Так, вот этот вот корм я вчера забрала с Озона. Это доставка Озон. Вот сегодня привезла в приют. Это только первая часть приюта. Вторая часть там дальше. Знаете, возможно, вы правы, если верите людям. Ну вот, вы у нас в гостях. Приехать к нам, пожалуйста, можно. Так, поверите, что мы есть? Там у нас балкон. Да, мой хороший. Мамины. Мои хорошие. Мартина. Моя девочка. Привет, ребят. Привет, ребенок. Я приглашаю всех. Пожалуйста, приезжайте к нам. Приезжайте к нам в гости. Помогите нам, пожалуйста. Приют огромен. Животных уже более 2000, потому что очень много подбрасывают малышей. А они растут. Ребят, мы ждем вас, мои хорошие. Лохматая душа приглашает всех. Всех, всех. Всех неравнодушных.